Много
много лет буду стоять в консерватории и внимать его потрясающей музыке. Вот то, что сейчас будет, для меня открытие сидельное. Сейчас здесь на сцене 160 человек. Дети от 8, юноши, от 18-20 лет, солисты прекрасные. И вот сейчас нам всем придется, при вашей помощи, сделать это чудо. И я бы еще выразил вас радость тому, что здесь в зале присутствуют мои коллеги, курсанты и сотрудники самого прекрасного ведомства России, МЧС России. Похлопаем. Yeah.